28 ноября. Отношение у меня к ней странное. Первые рецензеры обычно, которые читают эту книгу, это мои друзья. Обычно они читают и говорят, как они к ней относятся. В этот раз они все сказали примерно одно и то же. Вова, ты где? Вот. Вова, он сказал, я ничего не понял, надо перечитать еще раз. Также примерно сказали все остальные мои друзья. Надеюсь, что вам тоже захочется ее перечитать еще один раз там. Или, может быть, два раза. Собственно, позвольте представить гипнонекроспам, друзья. Он сам скажет за себя. Собственно говоря, все.